Метряков рассчитывал на условный срок и подаст апелляцию. Сегодня в Москве вынесли первый приговор о хищениях на космодроме «Восточный». Вадиму Метрякову, гендиректору ООО «ВИП-Стройинжиниринг», назначили 4 года колонии общего режима и штраф в 1 миллион рублей. Ему надели наручники прямо в зале суда. Метрякова обвиняли в соучастии в хищении 1 миллиарда 300 миллионов рублей при строительстве объекта. Он вину признал и раскаялся. Видимо, суд это учел, так как гособвинение просило назначить для Метрякова вместе со штрафом лишения свободы сроком на 6 лет. Кстати, потерпевшая сторона, госпредприятие спецстройтехнологии при спецстрое России, вообще просит суд взыскать весь ущерб 1 миллиард 360 миллионов рублей. Правда, со всех фигурантов. Кроме Метрякова, это еще 4 человека. Евгения Дегтярева, экс-гендиректора Волговятской строительной компании, ее фактически владелец Сергей Дегтярев, а также бывшие топ-менеджеры фирмы Александр Базанков и Мурат Матуев. Все они находятся под стражей.